je vaše mjenje na kameru kad smo prije i tak govorite što vam slušate. A to što vam jest u vašem srcu sjećas, kada vi prijavno govorite? На мое впечатление именно об этом вот служении и вот на присутствие мое, на 3 дня я присутствовала на этих занятиях, я поняла, что здесь истина идет, не какой-то там секта или еще что-то, именно только призвание народа Господу Богу. Так как сейчас вся страна, Путин и Медведев, и наш, кто у нас там в Москве это называется? Патриарх. Он тоже сейчас призывает нас всех именно к вере в Бога. Потому что народов много, веры у всех разные, а Бог единый. И поэтому я выражаю глубокую благодарность именно пастору, который с нами здесь вот занимался вот эти 5 дней. Спасибо ему большое и низкий поклон. Есть желание, чтобы это продолжалось? Да. Чтобы да. В городе, да. В стране у нас? Я, например, даю им как бы рекомендацию, желание от народа. От народа, как я, мама, бабушка. Я желаю именно, что пусть даже 10 человек, те, которые поймут истину и правду, уйдут от алкоголизма и уйдут от наркомании, а будут верить в Господа Бога, Иисуса Христа, то это будет великое счастье для всех, для всего народа, как для матерей, так и для дальнейшей жизни в нашей России. Аминь. Спасибо большое. Спасибо вам тоже. Спасибо. Рады вас видеть. И слава Богу. А вас? О чем я говорила? В субботу мы